То есть если вы поднимаете, то надо потом в конце опускать. Это как мяч через сетку перелетает. Либо вы как бы наоборот. Через низ класс. Всегда. Это вообще не работает. Нет. Это как бы, эта теория называется Бамен, да? 8 ворот в тайти. Давайте посчитаем. То есть первая сила. Раз, два. Вторая сила. Три, четыре. Совершенно та же сила. Нет. Углы разные. Ага. Вот он туда. Батман! Да как Батман получился? А здесь наоборот, да? То есть во. Третья, да. Четвертая сюда. Во. Ты не подаешься? Не очень, да. То есть и атаки такие же, да? То есть можно поднять и опускать, да? Поднять и опускать. Это всегда волна. Да, то есть оп. Вот это как бы, это классика, да? То есть это то, что вот как в пинг-понге. 2-8. 4 назад, 4 вперед. Круглые через верх, вогнутые через низ. Все, нет, не существует. Не существует. Как бы у меня друг есть в Штатах, он всю жизнь в пинг-понг играет. У него техник накопилось много всяких. У него приятель, значит, женился на китаянке. Она чемпионка мира по пинг-понгу. Она открыла школу и детей учит. Ну и заехала, и там восьмилетки вот так, в одни ворота. Она подходит, кстати, говорит, знаете, говорит, вы энтузиасты, это здорово, вы очень просто сложные движения, вам надо вот так вот делать. Вот так и так. И вот так. Вы больше не делайте других движений, да, то есть да. В тайзи-чуане то же самое, только у нас защита еще есть. То есть в связи с тем, что как, ну, мячик в пинг-понге назад не отбивают, а у нас отбивают. То есть у нас поэтому получается накат отсюда, накат оттуда, подрезка отсюда и подрезка оттуда. Да, все-таки нет, биомеханика, то есть панда. Да, и такие же защиты, то есть мы оп. Да, то есть это не то, что сила, как бы, это прям легко, не очень, не, а ты не тяжелый. Подъем такой, да, и стекание, видишь? В смысле, у вас чем-то защита от атаки отличается? Нет, только направление. Ну, то есть атаки это вперед, защита это назад. Ну, в смысле, это активная защита. 4 ворота это защита. 4 там, 4 там, все, да, углы. Ага. И все, и подрезки назад то же самое, да, то есть когда я вес увожу вниз. Оп. Если он тоже это знает, то вопрос, кто инициативу раньше? Уже вопрос, как бы, шахмат. Контакт. То есть, как бы, то есть я должен вписаться, потом что-то свое предложить, уже возникает какой-то диалог. Uh-huh. А так, в принципе, надо 8 атак учить. А потом защита от некоторых. То есть все остальное, как бы, вы просто, ну, не поймаете. Давайте сейчас поделаем какую-нибудь одну. Да? То есть вот.